Всем привет! Вы на канале Tasty Food. Сегодня я хочу вам предложить еще один вкусный салатик, который готовится с куриным филе. Этот салат называется курица под шубой. Поверьте, он нежный, вкусный. Именно то, что нужно приготовить либо на праздник, либо просто на ужин. Вот что мне понадобится для этого салата. Этого салата понадобится отварное куриное филе, отварные вкрутую яйца, вкусные маринованные грибочки, вкусный, конечно же, сыр, который вы любите. И также я буду мариновать лук для этого салата. Для маринада мне понадобится соль, сахар и 9% уксус. Чтобы у вас вкусный получился маринованный лук, нужно добавить 1/2 чайной ложки соли, 1 чайная ложка сахара и 1 столовая ложка 9% уксуса. Заливаем кипятком в уровень с луком, и все нужно размешать, и пусть оно полностью остынет в этом маринаде. Маринад после этого нужно слить. И, конечно же, буду использовать домашний майонез. Вот и все, приступаю. Репчатый лук нужно нарезать тонкими 1/4 кольцами. К луку добавляю соль с сахаром, конечно же, уксус, и все заливаю кипятком. Размешаю и даю полностью остыть. Как вкусно отварить куриное филе для этого салата? Сначала нужно закипятить воду, добавить лавровый лист, черный перец горошком, примерно на 1 литр воды 1 чайную ложку соли и отправить туда куриное филе. И варить 20-25 минут. И оставить в этом бульоне до полного остывания. Тогда куриное филе у вас получится сочное, а не сухое. Короче, очень вкусное. Салат буду выкладывать слоями. Конечно же, первый слой — это куриное филе. Куриное филе нужно просто порвать руками. Посмотрите, какая сочная курочка получилась. Такая, как нужно, не сухая. Сверху на курицу добавляю майонез. В принципе, майонез я буду добавлять на каждый слой. Я люблю, когда этот салат сочный. Грибы и шампиньоны, когда будете покупать, их можно купить сразу нарезанные. Самое главное, чтобы была проверенная фирма и грибы были вкусные, чтобы вы не испортили салат. Сверху на куриное филе выкладываю маринованные грибочки. Маринованный лучок остыл и хорошо промариновался. Теперь сверху на грибы добавлю остывший маринованный лук. Также добавлю майонез. На мелкой терке натру отварные яйца. Сверху выкладываю натертые яйца. Яйца по желанию можно слегка присолить. Добавляю немного соли и, конечно же, майонез. Также на мелкой терке натру сыр. Это и будет последний слой. Сверху выкладываю последним слоем натертый сыр. Вы посмотрите, как аппетитно этот салат будет смотреться на любом празднике. Ну что, пробую. Если вы приготовите салат именно по этому рецепту и не отступите ни на один шаг, вкусно замаринуете лук, вкусно приготовите курицу, тогда у вас получится такой шедевр, что вы мне напишите просто великолепный комментарий. Действительно, это очень нежно. Идеально сочтены все продукты. Вроде банально, тут не так много продуктов, но при этом очень сбалансированный и вкусный вкус получается этого салата. Обязательно воспользуйтесь этим вкусным рецептом.
А всем, кому понравится этот салатик, конечно, не забудьте поставить мне лайк и напишите комментарий, какой он получился вкусный. Пока!